Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет! С вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим верхний шлейф с фронтальной камерой и с датчиком света на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили, вынули первый. Вынули второе. Теперь необходимо отщелкнуть экран. Для этого берем металлическую лопатку или медиатор. И с нижней части поддеваем экран. И отщелкиваем его. Отщелкиваем. Отщелкиваем. Теперь открываем экран. Теперь необходимо открутить металлическую защиту шлейфов. Для этого необходимо открутить 5 винтиков. Первый. Второй, третий, четвертый и пятый. Теперь демонтируем металлическую пластину. Теперь необходимо отсоединить шлейфа. Первый, второй, третий и четвертый. Теперь необходимо открутить динамик. Откручиваем первый винтик. Второй. Третий. Теперь снимаем металлическую пластину. Отсоединяем камеру. Вытаскиваем динамик. Теперь необходимо отсоединить неисправный шлейф от модуля. Он приклеен. Отсоединяем. Отсоединили. Теперь необходимо установить новый шлейф. На нем находится фронтальная камера, датчик приближения и мелкие детали. Устанавливаем шлейф точно так же, как сняли. Устанавливаем. Датчик приближения необходимо поставить ровно, иначе он у вас не будет работать. И при звонке аппарат не будет уходить в спящий режим. Его нужно поставить четко. Устанавливаем динамик и сверху камера. Все установили. Теперь все это закручиваем. На три винтика. Первый винтик. Второй. Третий. Установили. Теперь все необходимо подсоединить к печатной плате. Шлейфа подключаем. Первый. Второй. Третий и четвертый. Подсоединили, устанавливаем металлическую пластину. Необходимо прикрутить 5 винтиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый и пятый. Прикрутили. Закрываем экран, надавливаем верхние части, попадаем в пазики и защелкиваем аппарат. Защелкнул. Теперь необходимо установить два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.